Клименко Степан Артемович, 20 лет. Обещали то, что контрактников, те, кто не, ну, год срочки своей заслужили, не отправляют. Нам говорили совсем другое. Что вам говорили? Что едем освобождать территорию Украины от фашистов. Учебка как у вас проходила? Ну, низко очень, потому что много контрактников просто ходили на полигон. Были только дневные стрельбы, но мы на полигон ходили, может, было такое промежуток времени, когда мы целую неделю, может, раз в пять недель ходили. Слышишь сирену? Слышишь вот эту хребня? Слышишь, сейчас сплошные ракеты будут ходить. Тревога. А знаешь, почему? Ну, ожидается дневной удар. От кого? От Российской Федерации. Был 23 дня на Херсонском направлении. Угу. Потом в НКД на Запорожском направлении были полгода на берегу Днепра. И 6 дней здесь, получается, на позициях. Мы то, что принесли с собой, сколько смогли, там, по 3 бутылки воды. И там по дороге нам чили по банке тушенки, может. Позже нам никто уже не подходил. За все это время, по-моему, один или два раза мы сами с позиции ходили себе за едой, за водой. Так с нами делились зэки водой и едой, которые у них было, им поставляли. Когда мы уезжали с Херсона, когда появилась связь, люди, когда узнали, что уходит российская армия и зашла украинская, они выходили на улицу с флагами. Ну и тогда я уже начал понимать, что мы не освобождаем, нам тут не рады.